Всем привет! Сегодня сделаем удочку-мотыльницу 2 в 1, которая оснащена катушкой с фрикционом, чтобы избежать схода трофейной рыбы. Разработку этой удочки я еще начал в прошлом году. Переделан не один чертеж. Сейчас вы видите уже готовый вариант, который не нуждается в доработках. Размеры такой удочки всего спичечный коробок, очень компактная и легкая. Этой удочкой можно рыбачить хоть целый день, не уставая. И главное, она теплая рукам. Данная удочка была разработана для быстрой ловли окуня и другой рыбы, когда попали на короткий и активный клев. Каждая секунда важна. И некогда шастать по карманах в поиске коробочки с мотылем. Нам нужно обновить всего пару свеженьких мотыльков, чем быстрее, тем лучше. И мотыль такой удочки не замерзнет и всегда будет живеньким. Удочка сделана на совесть и держит сколько угодно бросаний на лед. Приступим к ее изготовлению. Удочку будем делать из легендарного тещиного тапка, с которого мы ранее сделали мандулы и шикарный воблер Топотун 70. И отлично порыбачили на эти приманки. Острым ножом выправляем плоскость тапка. Далее доводим на наждачной бумаге. Если есть болгарка с регулятором оборотов, то ставим на минимум, и шлифовка будет значительно быстрее. На тетрадном листочке делаем шаблон нашей удочки. Размечаем по шаблону две части. Вырезаем. Замешаем двухкомпонентный эпоксидный клей и клеим половинки. Теперь нужно придать мотыльнице нормальный вид. Это можно сделать с помощью наждачной бумаги и парочку часов свободного времени. Или сделать гравером за 5 минут. Сверяемся с шаблоном и подправляем. Сгладим углы.
Теперь сделаем открывашку для крышечки и катушку. Снимаем крышку и делаем разметку. Вырезаем. Отрежем еще две полоски. Клеим их в мотыльницу на эпоксидный клей. Они будут служить ограничителем для крышки и удерживать мотыль от расползания. В передней части сделаем небольшой пропил, чтобы было удобно открывать крышку. Проверяем, как открывается. Сверлом на 1,5 сверлим отверстие. В самой крышке сверлим сквозное отверстие. Фиксировать буду оптоволоконным интернет-кабелем. Клеим на эпоксидку. Сделаем катушку для нашей удочки. Размер нужно, чтобы был по ширине мотыльницы. Отлично подойдет пробка от пластиковой бутылки. На помойке раздобыл пластиковый щит, за которым прячутся продавцы в магазинах. И вспененный ПВХ от рекламных щитов. На щите продавца обводим три кругляша. Вырезаем. Подбираем монетку, чтобы она была меньше в диаметре. Метим на 5-миллиметровом ПВХ. Пилим. Круглым напильником делаем как бы желобок для центровки лески. Центруем на глаз и обводим маркером. Поверхность делаем шершавой об наждачную бумагу. Склеим. Зажимаем в ступцинах на 1/2 часа. Тем временем на другой половинке сделаем ручку для катушки. Сверлим отверстие в 3 мм от края, сверлом 1,5 мм. Понадобится трубочка от ВД-шки и палочка от чупа-чупса. Заводим трубочку от ВД-шки в отверстие. Подплавляем край зажигалкой. Подводим трубочку поближе к отверстию.
і прижимаємо наш горячий пластик. Пластик хорошо пристал и не выступает. Отрежем лишнее, оставим 5 мм. И также от трубочки побольше. Клеим. И соединяем нашу катушку. Вот такая катушка у нас получилась. Теперь дело за малым, найти центр. Искать его будем с помощью коробка спичек. Ставим уголок спичек на краю катушки, так чтобы визуально две половинки катушки, которые видны, были равны. Чертим линии. И рисуем еще один угол, уже как-нибудь, с другой стороны. Главное, чтобы уголок спичек был на краю круга. Соединяем треугольники. На пересечении линий есть и наш центр круга. Сверлим отверстие. Проверяем. Думаю, сойдет. Осью для катушки будет болт с самоконтрящейся гайкой из нержавеющей стали. Рассверлим под болт на 4. Наметим, где примерно должна быть катушка. Грабером выбираем канавку глубиной не более 5 мм. Метим и отрезаем болт. Собираем катушку. За кадром гайку вклеил в ПВХ. Получился тепленький барашек. Вкручиваем не до конца. Оставляем 2 мм свободного хода. Промежуточное кольцо перед катушкой также нужно зашкурить с внешней стороны. Эта удочка будет чисто кивковая для мормышек. Держатель для кивка будет из вершинки донной или поплавочной удочки.
направляющую для лески, сделаем из нержавеющей проволоки 0,8 мм. Клеим и фиксируем нашу направляющую. Одеваем кивок и наматываем леску. Последние два года я рыбачу только на вольфрамовые мормышки, что зимой, что летом, на удочку с боковым кивком. Дело в том, что вес вольфрама на 40% тяжелее свинца, при том же размере. Тем самым мы уменьшаем мормышку и ловим более осторожную и крупную рыбу. Я эти мормышки на японском крючке покупаю в Алиэкспрессе, так сказать, от завода-изготовителя, без посредников. Ссылку оставлю в описании. Спасибо большое тем, кто досмотрел видео до конца. Надеюсь, видео было достойного вашего лайка. Всем вдохновения, творческих успехов и с наступающими праздниками!